каждое утро я езжу на работу. Мне нужно к 8 утра на работу. Ехать, в принципе, 20 минут. То есть можно выйти смело в 7.15, ты на работе стабильно. Раньше, пока ходили маршруты номер 54, это было без проблем. Ощущаю на себе, что 54 отменили, потому что двойка ходит очень редко, очень плохо. Вечером уехать невозможно с работы. Утром, как видите, стою, остановку убрали, даже посидеть не могу. На работу, в результате, все равно опоздаю, во сколько бы я ни вышла. Засекал специально несколько раз. 30 минут идет. Вот, опять же, 16-й. Их может пройти 3 штуки между двойками. Тут либо стоишь вот там на перекрестке, ждешь двойку и смотришь, 93-й еле едет. И нужно успеть перебежать дорогу. Это тоже опасно на самом деле. Накипело то, что стоишь по полчаса, ждешь транспорт. Хотя обязаны нас обеспечить.